занимаемся как раз механизмами общественного контроля за реализацией национального проекта «Экология», который составляет бюджет на следующие 5 лет порядка 4 триллионов рублей. И одна из крупнейших статей расходов, 2,4 триллиона, как раз это измерение ДТ. Это не только средства государства, федеральных, региональных бюджетов, ну и средства крупнейших российских финансово-промышленных групп, владельцев непосредственно предприятий. У нас интересует больше не сколько это стоит, да, а куда это, собственно, средства идут, их целевое назначение и, самое главное, экологический эффект. Есть соответствующий федеральный проект «Чистый воздух», называется он. Он входит в национальный проект «Экология». Смысл его заключается в том, что в 12 крупнейших промышленных центрах, крупнейших городах, где есть большое количество российской промышленности, должно снизиться за 5 лет объем совокупных выбросов атмосферный воздух на 20%. И для нас, в принципе, кажется принципиально важным сейчас проконтролировать ход реализации этой модернизации, посмотреть, как это все организовано, тем более законодатель нам дает соответствующую возможность в рамках 12 федерального закона о основах общественного контроля, общественный совет при федеральных органах исполнительной власти могут, собственно, проводить трех формах механизма общественного контроля. Это общественные проверки, общественный мониторинг, общественные карты. Мы выбрали такую технологию, как общественные проверки, на самом деле. Если эта деятельность она регламентирована законодательством, мы пригласили в состав участников проверочной комиссии, кроме представителей непосредственно членов общественного совета Минприроды России, представителей Росгидромета, Роспотребнадзора и привлекли специального эксперта, который является специалистом именно в алюминиевой промышленности, поскольку очевидно, что члены общественного совета не могут быть специалистами во всех отраслях промышленности, их слишком много. 4 триллиона рублей. Целью внедрения наилучших доступных технологий является модернизация оборудования и технологий всех отраслей промышленности, повышение конкурентоспособности российской промышленности, снижение негативного воздействия на окружающую среду, создание производственных объектов, соответствующих мировым показателям энергоэффективности и ресурсосбережения. В июле 2019 года Общественный совет при Минприроды Российской Федерации принял решение о проведении общественных проверок внедрения ДТ на крупнейших промышленных предприятиях России. Первым предприятием стал Красноярский алюминиевый завод.